Награда ищет своих героев. Министерство здравоохранения Мурманской области просит откликнуться врачей и медсестер, которые работали в Афганистане в составе советских войск в период десятилетия боевых действий с 1979 по 1989 год. В феврале следующего года будет отмечаться 25-летие вывода советских войск из Афганистана. Поэтому сейчас региональный Минздрав ищет тех людей, кто помогал спасать жизни во время войны, чтобы представить их кандидатуры к награждению ведомственными и государственными наградами. Если вы знаете тех, кто работал в горячих точках, сообщите об этом в отдел кадровой политики Министерства здравоохранения Мурманской области по телефонам, указанным на экране.